Михаил Комаров ходатайствовал о молодом Михаиле Коцюбинском. Будущий писатель приехал в Одессу, он искал работу, которая бы не отнимала у него много времени, но давала бы ему какой-то маломальский доход. И именно Комаров походатайствовал об устройстве Коцюбинского в филоксерную комиссию. Филоксера — это вредители винограда, да, которые нужно было как бы вести учет. И Коцюбинский работал в этой филоксерной комиссии.